компания BYD продолжает удивлять автомобильный рынок своим новым брендом Fengchenbao и готовится представить флагманский гибридный внедорожник Leopard 8. Этот амбициозный автомобиль уже сравнивают с легендарным Toyota Land Cruiser 300, однако разработчики заявляют, что Leopard 8 предложит еще более впечатляющие внедорожные возможности. 16 сентября бренд наконец показал интерьер автомобиля, который сразу привлек внимание своим футуристическим дизайном, вдохновленным космическими кораблями будущего. Мощная плагин, гибридная установка делает Leopard 8 не только технологичным, но и экологичным. Ожидается, что этот внедорожник поступит в продажу до конца года, а его стартовая цена составит около 70 тысяч долларов. Leopard 8 продолжает стилистические решения своей младшей модели с индексом 5, демонстрируя брутальный дизайн с угловатым кузовом и массивными бамперами, навевающими воспоминания о классических внедорожниках. Задняя часть выполнена в более традиционном стиле, с запасным колесом на крышке багажника и прямоугольными задними фарами, что придает автомобилю характерный вид. Габариты впечатляют. Длина 5159 мм, без учета запасного колеса, ширина 1994, высота 1875, а колесная база составляет 2920 мм. С багажником на крыше высота достигает 1905 мм. За счет такой высоты выход из машины может быть неудобен для невысоких людей, поэтому модель оснащена электрическими боковыми подножками. Внедорожник предлагается с колесами диаметром 20 или 21 дюйм, что усиливает его внушительный внешний вид и проходимость на любой местности. Новый внедорожник Leopard 8 от Fengchenbao оснащен инновационной тележкой DMO – Dual Mode Off-Road, проверенной на младшем модели. Он выделяется передним продольным расположением двигателя и полностью независимой подвеской. Передняя – на двойных поперечных рычагах, задняя – многорычажная. Leopard 8 предлагает полный привод и ряд ключевых опций для бездорожья. В числе них – понижающая передача, три блокировки дифференциала и интеллектуальная гидравлическая система DSSP от Yingwang U8. Эта система позволяет изменять дорожный просвет на 140 мм и автоматически регулировать высоту подвески в зависимости от скорости и режима вождения. При этом минимальный дорожный просвет составляет 220 мм. Она также поддерживает трехуровневую регулировку жесткости и непрерывное активное демпфирование. Интеллектуальная подвеска Leopard 8 использует лидар и камеры для анализа дорожных условий, таких как выбоины и текстуры, и автоматически регулирует демпфирование и прогнозирует дорожные нагрузки. Углы въезда и съезда составляют 30 и 29 градусов соответственно, что обеспечивает отличные характеристики для преодоления сложных маршрутов. Leopard 8 от Fengchenbao – это не просто внедорожник, а настоящая технологическая революция. Он оснащен передовыми системами, включая лидар, для продвинутой помощи при вождении. Недавнее стратегическое партнерство между BYD Fengchenbao и Huawei направлено на развитие интеллектуального вождения. И первый продукт этого сотрудничества – система Huawei Smart Driving ADS 3.0 – будет внедрен в Leopard 8. Leopard 8 представляет собой истинный технический шедевр. В его системе используется 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 272 лошадиных сил, который в основном выполняет функцию генератора, заряжая тяговую батарею. Однако он также способен вращать передние колеса через электромеханический вариатор, предоставляя дополнительную гибкость и мощность. Основным источником движения являются два электромотора. Передний, развивающий пиковую мощность 272 лошадиных сил, и задний, обеспечивающий 408 лошадей. Как заявляют представители компании Leopard 8, это воплощение инноваций в мире внедорожников. Оснащенный передовым электронным вариатором и аккумулятором Blade от BYD емкостью 36,9 кВт-часа, аккумулятор весом 300 кг обеспечивает до 100 км на электротяге. Leopard 8 имеет снаряженную массу 3305 кг и полную массу 3900 кг. При этом разгон до 100 км в час занимает всего 4,8 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км в час. Расход топлива составляет почти 9 литров на 100 км.
Кроме того, по заверению BYD, внедорожник может преодолеть около 1200 км на полном баке и заряженном аккумуляторе. Leopard 8 также обладает тяговой способностью до 2,5 тонн, что делает его отличным выбором для длительных поездок и путешествий, объединяя мощь, экономичность и универсальность. Салон нового флагманского внедорожника Leopard 8 представляет собой истинное воплощение элегантности и технологического прогресса, сохраняя при этом преемственность с предыдущей моделью Leopard 5. Основные обновления в интерьере становятся очевидными сразу. Центральная мультимедийная панель получила более крупный главный экран диагональю 15,6 дюйма, что делает управление функциями автомобиля еще более удобным и интуитивно понятным. Вместе с главным экраном панель оснащена двумя дополнительными экранами по 12 и 3 дюйма каждый. Цифровая приборная панель и сенсорный экран для переднего пассажира. Этот трехэкранный комплекс обеспечивает современное и высокотехнологичное пространство. Центральный туннель, кроме двух беспроводных зарядных станций, оснащен выдвижным переключателем передач. Компания называет его рычаг управления звездолетом, блоком физических кнопок управления и двумя подстаканниками, что позволяет максимально удобно организовать пространство. Ниже туннеля расположен вместительный отсек для хранения, а в подлокотнике предусмотрен встроенный бар с функцией охлаждения или подогрева. Качество отделки салона Leopard 8 соответствует его статусу. Второй ряд сидений представлен в двух вариантах. Два независимых капитанских кресла с подлокотниками и электронной регулировкой для тех, кто ценит комфорт. Или сиденье на троих человек для более семейных поездок. Пассажиры второго ряда могут управлять климатом и мультимедийной системой, обогревом вентиляции сидений через два экрана в центральном тоннеле. Третий ряд сидений предоставляет еще два места, что делает автомобиль удобным для больших компаний. Мягкая светло-коричневая кожа, используемая в отделке сидений, подчеркивает статусность автомобиля. Панорамная крыша добавляет ощущение простора, а большие окна позволяют пассажирам наслаждаться видами. В багажнике, при сложенных сиденьях третьего ряда, объем составит 1100 литров, что добавляет практичности и функциональности в поездках на дальние расстояния. В открытой продаже внедорожник должен появиться в конце года. Основными конкурентами на домашнем рынке будущей новинки считаются флагманские модели бренда «Танк». Фэнкчэн Бао Leopard 8 – это воплощение современных технологий, элегантного дизайна и выдающейся производительности. Этот инновационный автомобиль сочетает в себе прочность, надежность и исключительную адаптивность, делая его идеальным выбором для самых разнообразных условий эксплуатации. Leopard 8 не только демонстрирует амбиции производителя по созданию техники, соответствующей самым строгим стандартам качества и безопасности, но и уверенно заявляет о себе на глобальной арене. Большое спасибо, что посмотрели видео. Нам действительно интересно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и не пропустить новые выпуски. Ваши лайки и подписки помогают нам создавать еще более интересный контент. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Удачи на дорогах!